Сегодня, 6 ноября, в музейно-выставочном центре открылась уникальная фотовыставка «Песня холмбуевских степей и бесконечно прекрасная традиция». Авторы выставки – мастера из Поднебесной Ван Джи и Гоу Вэньчжун. Посвятили свои фотографии быту даурского, эвенкийского и монгольского народов. Работы действительно захватывают дух своей красотой. Хочется окунуться в ту атмосферу, которая остановлена щелчком фотоаппарата. Особенностью выставки является крупный формат фоторабот – более 80 произведений. Отметим, что выставка проводится в рамках празднования 75-летия высшего педагогического образования в Забайкальском крае.